сорт острого перца мулата. Этот перчик чем-то похож на анчо, но у него немножко другой вкус. Вкус у него мягкий, дымчатый, почти шоколадный. Этот перчик широко используется в мексиканской кухне для приготовления моли и для фаршировки. Вкус не очень высокий, в пределах 50-70 сантиметров. Острота этого сорта от 500 до 1500 сковелей. Это слабо-слабо острый сорт перца. Срок созревания у него 75 дней. Довольно ранний сорт. Перец довольно плотный. Такие вот стрички у него. Сейчас давайте взвесим одну перчинку, посмотрим, сколько она весит. Так, вот. Вес перчинки 70 грамм. Так, сейчас глянем, сколько это весит у нас. Это 71 грамм. Сейчас его разрежем и посмотрим, какой внутри. Вот так перец выглядит в разрезе. Он довольно толстостенный, сочный. Посмотрите, какой толщины стенки. Стенки здесь в пределах 4-5 миллиметров. Очень приятный запах у него. С него можно хорошо делать неострые, слабоострые соусы. Также можно применять его для салатов, для всевозможных закаток. Также его сушат. В основном его применяют сушеный. Его можно высушить и готовить самые распространенные соусы, которые имеют коричневый цвет. В основном это моли. Я не смог вам показать полностью весь куст этого перца, так как кусты вообще невысокие, где-то в пределах 70 сантиметров, от 50 до 70, но они довольно раскидистые. У нас был дождь, и перед дождем был сильнейший ураган, просто кусты их смешало, порвало, поломало все. Ну, как бы на таком фоне не хотелось снимать перец этот. Так что перец очень хороший, всем советую. Этот перец относится к овощным сортам, так что можно выращивать его у себя на грядках, либо в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.